Digital Agro 20. Созданная онлайн-платформа собрала агроблогеров, блогеров и молодых фермеров. Проект реализован при содействии Союза молодежи, Совета молодых фермеров, а также координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане. В последнее время молодые люди, желая получить высшее образование, по всему миру проявляют большой интерес к юриспруденции, медицине и экономике. В свою очередь, процент тех, кто выбирает сельскохозяйственный сектор, очень мал. Несмотря на это, сейчас обучению подрастающего поколения и подготовке профессиональных кадров именно в этой области уделяется большое значение. Что касается Узбекистана, то у нас 49% населения проживает в сельской местности, и 90% из них моложе 30 лет. В связи с этим наиболее удобным способом обеспечения занятости в сельской местности является эффективное использование приусадебных земельных участков, так как это является хорошим источником дохода. Сельское хозяйство открывает огромные возможности для тех, кто хочет работать и увеличивать свой заработок. Нужно только экономно использовать все ресурсы – воду, электроэнергию и землю. В свою очередь, освещать этот процесс и направлять молодежь предстоит средства массовой информации. В ходе мероприятия много говорили о предоставлении информации о выращивании агрокультур через интернет. Это связано с тем, что молодые люди могут не иметь достаточного опыта для эффективного использования своих земель. Однако система не дала ожидаемого эффекта, так как данные предоставлялись хаотично. Создание онлайн-платформы, где начинающие фермеры и предприниматели смогут получать полноценные консультации, обмениваться опытом и общаться с блогерами и влогерами по всей республике. Вот основная цель нашего мероприятия. Это подчеркивает необходимость совместной работы блогеров и фермеров для предоставления начинающим дехканам быстрой и качественной информации, включая новейшие технологии, цифровые услуги и базы данных, используемые в отрасли сельского хозяйства. По итогам форума участники договорились о совместной работе, которая будет проведена в области цифровизации сельского хозяйства и будущих перспективных проектов.